Криминальный дуэт был остановлен сотрудниками госавтоинспекции в деревне Творичевка Мозырского района. Водитель и механизатор сельскохозяйственного предприятия поровну разделили между собой количество дизтоплива, обнаруженного в автомобиле. Как оказалось, все 80 литров были слиты с техники, на которой задержанные и работали. 16 марта 2019 года сотрудниками ГАИ Гомельского облисполкома был остановлен автомобиль «Форд Мондео», где передвигались два человека. При проверке автомобиля было обнаружено 4 канистры по 20 литров каждая биотоплива. Как потом в ходе проверки было установлено, что данные лица являются работниками КСУП «Козинки Агро», и данное топливо они похитили со своего сельскохозяйственной техники. Подобные случаи, к сожалению, не единичны. 12 марта на хищении топлива попался водитель одного из предприятий нефтехимического комплекса. Его в промзоне задержали сотрудники департамента охраны. Мозырским отделом Департамента охраны МВД Республики Беларусь осуществляется охрана объектов всех форм собственности. В соответствии с распоряжением министра внутренних дел осуществляются необходимые мероприятия, направленные на профилактику, пресечение и выявление хищений, как из агропромышленного комплекса, топливо-энергетического комплекса, так и иных объектов. В ходе проведения плановых мероприятий рейдовой группой Департамента охраны выявлено установленное лицо, которая похитила 40 литров дизельного топлива на общую сумму 62 рубля. В отношении данного гражданина составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.5, ведется административный процесс. В борьбе с кражами горючего все средства хороши. Давно существует практика, когда на сельхозпредприятиях дизель специально окрашивают. В розницу цветное топливо не продается, поэтому если его обнаружат в баке личного транспорта или в канистрах, это прямое свидетельство хищения. Виновных, как правило, наказывают штрафами, плюс пятно об административном правонарушении на репутации. Дальнейшую карьерную судьбу каждого, кто идет на воровство топлива, уже решают по месту работы. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».